Сегодня мой первый полет на таком маленьком одномоторном самолете. Летим из аэропорта Хайфы в аэропорт Герцлия. За штурвалом будет Микки. Вместе с нами летит еще помощник, инструктор и Том. В полете будем минут 40. Так что смотрите. Ну что, мы летим на самолете. И это мой первый полет на маленьком самолете. Управлять будет Микки. И мы будем лететь в город. Куда мы летим, Том? На Ари. Как на Ари, Оливай? Герцлия. Герцлия. Мы летим в Герцлию и обратно. Окей, Том. И с нами летит главный инструктор. Ага. Уже спасибо хоть за это. Да. Вот это да. Так, полет. Миша, еще ближе надо. Том, макоре. Ну что, ты первый раз летишь? А, не, уже третий. Третий раз. Тебе нравится летать? Да. Окей. Тайный позор. Арбаштан. Сидеть. А? Кинка, зазе. Улемала от нее, до сотни. Наш полет будет продолжаться почти 40 минут. Ты где-то я обратно. Я закушал. А? Судек, кстати, судек. Я кушал. А, и помка дым, это мата еще добегает корей. Я давно кушал, че назад. Зе. Я начали. Азов, зов, зов, зев. Зе, вот азов, вот зе. Стама там и сам. Это ширкаха, это ширкаха. Ляма. Йофи, зев. Є хазак, зе такзі, зе, едзе, едзе лімто, едзе лімто. Шарисера джулі, шмогель, сміхавто. Зе, що є мішухрар. Зев. Лява мішухрар. Іма та руце лакахат мапа азот. Тіках ота. Мапа азот, тіках. Та магія, йофі. Нафалі хамашу по. Та магія? Кен. בסדר גמור, ככה אתה בודק עם זה. אם קורה משהו אובדן מנוע חס וחלילה, אתה כן מותר. בינתיים זה קצת משוחרר. אוקיי, קיבלנו איזה אינפורמציה הייתה? Forward from 0450 UTC. Runway in U34, right hand circle.
מפתח, נסבר. אתה תשאיר אותו שם, אנחנו עוד מעט יוצאים, ותכבה חשמל. חשמל, שני אדומים. זהו. זהו. כל הכבוד. נו, בשביל אחרי הפסקה של כמה שנים. בסדר גמור, כן, נכון. כמה שנים טובות, אפשר להגיד, אה, מישה? 17 שנה. 17 שנה לא טסת, בסדר, בשביל באדם כזה שלא טס 17 שנה, אתה בסדר גמור. אני אצא אחר כך איזה כיסא קדימה, בסדר? גם מי שיעשה אותו דבר. הוא זז, הוא יוצא מהמטוס, יוצא החוצה, ואנחנו מזיזים כיסאות קדימה של כיסאות. יופי, עכשיו אתה יכול לרדת, זה חבל ששמתם פה, זה מתחת הכיסא היה אמור להיות, תצאו. Ну вот мы прилетели. Вот наш самолет. Итак, наш полет Ерцлию завершился. Мы сейчас здесь немножечко отдыхаем. Полет был неплохой, немножко шатало, потому что облачно, немножко даже моросил дождик чуть-чуть, но все в порядке. Вот мы сейчас небольшой отдых и скоро отправляемся вновь в полет. Вот, так что такие вот дела. Вот сейчас здесь еще один самолет будет парковаться. Ну а мы полетим дальше. Наш самолет называется Cessna. Вот такой вот старенький самолетик. Ну а еще есть в нем силенки. Кабина, и вот так вот летают. Такая вот Cessna. Одномоторный. Готовимся к взлету. Возвращаемся из Ерцлии в Хайфу. Ждем, когда нам дадут разрешение.
Чарли Дельфин, Мухан Лязева. Чарли Дельфин, Мухан Лязева. Лютеринфолд, Эдишн, Станшмуля.
בסוף, אתה לא הולך עכשיו, יד הזה, כולם הולכים ליד הזה שם. קודם כל, לכבות פה. אוקיי, חיבית פה, אין פה שום דבר, האמת צריך לכבות גם זה. נגיד חיבינו, עכשיו, מפתח, תסבב עד הסוף, תוציא, תתלה אותו פה, תוציא אותו, תתלה אותו פה, ותכבה חשמל שני אדומים. Ты можешь выйти, пока я сижу впереди. Не-не, выходите, я... Мне рюкзак еще там. Нет, вы, сначала ты выйди, потом подвинь сиденье на хору. Окей. Они бентаем еще. Фанечка, манишма! И харну кцат, хамеш дакут. Все это ло... Ло кое саламика вы.